Привет, меня зовут Паша Хигай, я основатель сообщества, объединяющее более 700 специалистов в сфере IT. У меня есть публичное обещание первую 1000 участников знать лично и с каждым из них пообщаться, сделать ему онбординг внутри сообщества. Онбординг зачастую заключается в том, что я знакомлю его с участниками, и у человека получается позитивный опыт первичной коммуникации. Сообщество Хигай возникло 1,5 года назад. Началось все с курса по нетворкингу, который плавно перерос в чат, в котором люди делились результатом прохождения их домашнего задания. А после этого мы получили запрос от нескольких друзей моих, что я хочу попасть в чат, но мне неинтересно проходить курс. Так появилось сообщество, которое спустя какое-то время переросло в полноценную платформу по нетворкингу. Мы проводим большое количество митапов. Помимо образования у нас есть микросообщество, есть венчурные студии, есть много инструментов, которые позволяют участникам выстраивать отношения. И самое главное, наверное, наше достижение последнего года – это создание полноценной базы на Notion, в которой содержится вся информация про наших участников, их запросы, их компетенции и информация о том, в каких компаниях они работают. За последний год мы собрали огромное количество кейсов того, как наши участники успешно взаимодействовали. Например, в один стартап мы помогли вывести несколько C-level специалистов, топ-менеджеров. В несколько стартапов мы помогли привлечь pre-seed раунд, полмиллиона долларов где-то в среднем. И мы видим, как наша репутация со временем растет, и те или иные представления становятся, дают больше результат для наших участников и для компаний, в которой они работают. Важная концепция нетворкинга – это помогать другим людям, чтобы рос мой социальный капитал. Поэтому в сообществе большое количество менторов, адвайзеров, экспертов, которые готовы делиться своей компетенцией, чтобы впоследствии иметь возможность обратиться к тем участникам сообщества, кому они помогли. И неудивительно, что один из распространенных паттернов стартап-фаундеров, кто у нас стоит в сообществе, это поиск ментора или адвайзера себе в команду. И мы видели огромное количество кейсов, когда разовые консультации перерастали в полноценную работу, и стартап реально выходил на новый уровень за счет того, что у него появлялись эксперты, порой даже с мировым именем, которые позволяли ему выйти на решение совершенно другого уровня задач.